Даже не сомневаюсь, что вам там очень понравится. Одной семье... Заходите, заходите. ...предстоит сделать необыкновенное открытие. А это последняя живая птица Додо. Она вид мертвая. Была когда-то живая, не придирайся к словам. Красиво. Это не Диснейленд, конечно, но сюрпризы обещаю. Тут тоннель! Почти вытянул! Я его стукну. Стукнуть? Нет, стукни ее. Она на меня напала. Ладно, поймали. Чё надо? А можно желание? Загадывай. Такого желания ты еще не исполнял. А где Смэш? Идем со мной. Я вас к ней отведу. Мы готовы зажигать? И это все? В каком смысле все? Это тяжело. Это изнурительный труд. И вонючий. Ничего необычного. Тебе на глаза не попадалось? В смысле, кроме вас? Что, с песочком у вас здесь проблемы? Совсем? Как продлить желание навсегда? Эти желания всегда выходят боком. Здесь классно! А вы думали, волшебство — это всегда огоньки и звездная пыль? Отправь нас в прошлое. Последствия неизбежны. Надо скорее выбираться отсюда. Значит, это была правда. Стой! Стоп! Я не собираюсь больше ждать, этот эльф мой! Я разберусь! Дэвид, детям нужно давать свободу хоть иногда. Вернулись. Приведи его ко мне. Знаешь, не огорчайся. Желайте. Мечтайте. Где мое золото? Верьте. Кажется, ты не безнадежна. Сэм, песочный эльф. Да что такое? За что вы заперли птиц в коробку? Там еще и зеленые свиньи.